В нашем доме поселился замечательный сосед. Словами этой песни сегодня открылся первый в Набережных Челнах соседский центр. Центр общественных пространств, созданный соседями для соседей. Новинка появилась в доме управляющей компании «Ремжилстрой» нового города. 16.03 прямо в одну из квартир на первом этаже. Подробности у корреспондента программы «Челны-24» Любови Захаровой. Вот в такой вот квартирке со своей мебелью и уютным интерьером расположился соседский центр. Уже в будущем челнинцы здесь будут собираться не просто для бесед, но и для полезных лекций. Встреча с соседями, беседы и приобретение новых знаний. На этих трех китах обосновался первый в Челнах соседский центр. Комфортабельное помещение на первом этаже дома совсем не напоминает посиделки на лавочках, а наоборот современную квартиру, где есть все, чтобы челнинцы обсуждали насущные проблемы почти как у себя дома. На кухне решаются все дела семейные, да? Вот если семья, то на кухне все решается. Вот и мы сделали в виде кухни вот это помещение, и чтобы все вопросы, которые назревают у населения, у старших по домам, у сельдетос, чтобы решались здесь, на этой кухне. И обсуждают какие-либо вопросы, проведение каких-либо бесед, праздников, составляет план программы на весь год. Это актуально. Я считаю, что этот проект у нас уживется. Просторная кухня, санузел, гардероб – все это вмещает в себя соседский центр. К слову, его открытию поспособствовала республиканская программа, а также успешный опыт деятельности таких центров в других регионах. Помимо бесед на волнующие темы, жители близлежащих домов здесь будут ждать мастер-классы, которые организовывать могут и они сами. Этот соседский центр будет создан и работать и действовать не только под эгидой управляющей компании. Мы приглашаем к активному сотрудничеству администрацию, общественные организации. График событий в соседском центре на октябрь уже распланирован. Тем временем в Челнах планируют открыть еще несколько таких центров. Любовь Захарова, Ильнар Мустафин, Челны-24.